Так, Саймона, значит, играем, да? Изи, 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 изи. Вот что значит идеальный слух. Меня будто нет, сам Шопен сломан, готовил к этому. Похоже, Кенуэй любил представление. Я даже знаю, что я наиграл. Песню Иванушка «Тучи как люди». А тучи как люди... Как люди, они только тучи. И все-таки тучи такие тучи. А тучи как тучи, как тучи, как тучи. А тучи как тучи. Как тучи они, тучи, тучи. И все-таки тучи такие люди. Мужик. Нам что-то взять надо или что? Вообще-то ноты были на стене, но ты гений. Ну, так гений же никогда не ищет простых путей. История ассасинов Лондона. Тайники, так-так. Ноты какие-то. И ключ. Я как будто, блин, вот оно. Ноты знаю. Какая еще музыка? Здесь раньше не было прохода. Закрывается. Надо слух, как у Бетховена. Не только, у меня еще и зрение, как у Стиви Вандера. Куда бежать? Сюда? Возьмите Генриетту. Реально, кого-то зовут Генриетта? Капитан, капитан, покрутите ваш штурвал, чтобы открылась стена. А потом убегите, и араба не забудьте целый склад взять с собой. Ассасинов. А мы снова уходим ни с чем. Потом найдем тайник получше или вернемся сюда. Нет, не вернемся. Я думала, вы не любите пачкать руки. Я скорее имел в виду вас с братом. Я помогу с планированием. Издалека. Джейкоб разбойничает. Зачем они поставили здесь лестницу? Я бы справился без нее, настолько я хороша. Ну, короче, знаете, путем перемножения все-таки это не на единицу, потому что араб здесь был не нужен. Поэтому я поставлю троечку этой миссии. Не за что, не за что. Потом они, наверное, выпустят MLG издание только с лучшими миссиями, как бы. До свидания. Я правильно понимаю, что теперь вот эта миссия сюжетная? Нет, вряд ли, стоп. Может, опять в поезде? Может, всегда в поезде? Ладно, в любом случае, давайте сбегаем в поезд. Так понятнее будет. Да, да. Ну, отлично, отлично. Правильно понимаешь. Спасибо, спасибо. Спасибо, чат, спасибо. Не-не-не-не, я в поезд телепнулся просто потому, что мне все равно из него ближе, как бы. Он же едет внизу сейчас, понимаете, как бы? Он внизу, прям над этой миссией, чат. Он прям над ней. Вот, смотрите, хоп, и мне не надо пешочком пиздюхать через всю карту. Понятно? Добрый день, мисс. Заодно сейф проверим. Чертов Найджел опять влип. О, 500 фунтов. Дороже рухнет. Так, это моя станция-то. Ой, еще могу проехать. Ну-ка, зацепинг, все дела.
Как ускорять себя? Я как бы нажимаю. О, дождик пошел. Мне кажется, я могу еще быстрее ползать по этим штукам. То есть я как бы зажатый R2, но мне кажется, еще что-то нужно. X, что ли? Дрочить, чтобы быстрее было, не понимаю. Похоже на то. Понятно. На 6-м часу он понял, что X нужно нажимать. Так. О, знакомая проблема. Привет, Диккенс. Интересно, а Коккенс тут... А, нет, это не Диккенс, это Дарвин. Точно, точно. Давайте играть. Не бей меня зонтом, я аж исчезла, блин. Так. Вот ты про песню «Тучи, как люди» вспомнился, на меня сразу на ум пришло это видео. Ой, мне лень его включать, братан. Вдруг там... пошлость. Мистер Фрай, полагаю, встреча с мистером Оуэном была плодотворной? О, да, интересный был разговор. А нет, слушайте, какое-то количество основных миссий я все-таки прошел. Доктор Эллиотсон, раз миссия с Оуэном была основной, то значит... Блестящий специалист по болезням сердца, но затем стал одержим френологией и месмеризмом. Карьера пошла под откос. Боже, как она станет. А ты думаешь, какого хрена я в это играю уже 12-й час? Извините, мистер Дарвин, но лучше мне действовать в одиночку. Задумайтесь, мы же не хотим привлекать ненужное внимание. Что ж, весьма разумно. Удачи вам! 12:30. Ладно, еще 20 минут по стриму. Мистер Фрай, если у вас будет свободное время, прошу, найдите меня. Ладно, парни, пысать, я вернусь.
Сори, гайз, что оставил вас в этой тишине. Я надеюсь, я никого и не испугал. Никто не почувствовал себя одиноким. Просто позвонил еще чувак один. Знакомый, договаривались, как завтра пересечься. Без обидок, без обидок. Что я так пропал неожиданно, сказав, что меня несколько секунд не будет. Такси, такси, возможно, такси. Возможно, все-таки возможно, потому что моя женщина начала какой-то фильм смотреть со своей подругой, так что... Ну, вы поняли, все может быть. Блин, какого хрена мы опять играем за этого ублюдка? Ну, понятно, переключиться нельзя. Придется затерпеть. Так, навыки. У него 6 очков навыков. Взлом 2, я ему вообще не качал взлом. Давайте прокачаем, чтобы прям не ковыряться здесь прям что. Взлом 1. Взлом 2. Так, а уровень растет, если я вниз по одному столбцу иду. То есть у него, например, сейчас 4, если я возьму где-нибудь умение 5 уровня. Так, это говно доступно только для купюшонной нашей женщины. Ну, понятно, понятно, понятно. А что по снаряжению? Давайте посмотрим, что у нас здесь. Может быть, он может взять что-то более убойное. Так, давай вот это. Тоже бери. Кот, перестань драть диван, ты надоел. Так, наруч. И улучшим. Ну, на всякий случай. Огнестрельное оружие. Ну, тут что-то очень дорого. Пусть стреляет из дерьма из этого. Так, кожаный пояс. Пояс посвященного. Пояс из черной кожи. Давайте возьмем. Давайте даже и улучшим, почему нет. Я не очень понял, зачем этот пояс мне нужен. А, ну это вместо плаща. Коалакидный. Спасибо за подписку.